И всем здорово, чуваки, на канале Факел Магомедваса. И сегодня я вам покажу, какой у меня дом, какая фазенда, какой бассейн. И все при все, короче, разные. Сегодня в этом ролике я вам все, что успею, покажу. Давайте начнем. Меня зовут Факел Магомедваса. Магомедрасул, мое имя. Это моя фазенда. Фазенда, кто знает, тот знает. Это ферма на французском или каком-то испанском. Сейчас не помню. Это моя ферма. Немного перебарщил, конечно, это рагу. Ладно, что? Сейчас вот мой дом. Вы, наверное, подумали, что за псих это строил. Я не псих. Я обычный нормальный человек. Просто смотрю на свою фантазию, и как-то так получилось. Вот, давайте пойдем на второй этаж, потом уже спустимся на третий. Давайте спустимся, пойдем на второй этаж, потом уже спустимся на третий. Так, на втором этаже у нас... О. Опа-ля. Это у меня типа балкон, короче, типа. Я здесь половина дома, как-то не знаю, короче. Я еще не придумал, но я вот мой второй этаж, вот здесь дом. Так. Ой. Да кому нужны они? Все. И нормально. Вот мой второй этаж, вот моя кровать. Я еще здесь ничего особо не делал. Сейчас я вам покажу мой первый этаж. Вот 4 печки, вот это, книги, вот мои сундуки, здесь ничего нету.